Вопрос у нас один. Скажите, пожалуйста, какая сегодня ситуация сложилась в Optima Service управляющей компании, ну, в разрезе взаимоотношений, соответственно, с вами, как с ресурсоснабжающей организацией? Ну, Optima Service на сегодняшний день имеет долги перед предприятием за предоставленные ресурсы. За 2016 год данная компания была, значит, было не оплачено порядка 900 тысяч рублей. На сегодняшний день, с учетом 2017 года, эта сумма возросла уже до 3 миллионов. За 2017 год поступлений за предоставленные услуги по коммунальному ресурсу наш адрес 0 рублей от данной компании. Значит, по данной компании все материалы дела собраны, переданы в МВД, и происходит там разбирательство. Ну, по вашему мнению, как бы тоже вы не первый день работаете в организации. Как вы считаете, все-таки в связи с чем сложилась такая ситуация и какие перспективы ее? Ну, какие перспективы? Значит, если люди соберутся прятаться или идти по старому пути, то на сегодняшний день у нас следственная уголовная практика в отношении недобропорядочных жилищных компаний изменилась. Мы это знаем с вами и на рынке. И с нашей помощью и с нашим большим усилием, как бы, мы будем настаивать на возбуждение уголовного дела. Сегодня мы по выпискам видим, что там меняются учредители, меняются директора, то есть идет уже это какая-то определенная чехарда. Не суть важно, вот это вот как бы сейчас вовремя заявление направлено в ВВД, чтобы это все было дело зафиксировано. Но уже сегодня, скорее всего, настало то время, когда жителям надо задуматься о своих дальнейших взаимоотношениях, конечно, с Optima Service. Вы слушали суммы, да, то есть получается, что жители эти суммы оплачивают по квитанциям, которые выставляют Optima Service. И где аккумулируются данные средства, и то, что с ними дальше. Пока только одной организации, наверное, Optima Service, известно.